Любимые дорогие девушки, это видео прежде всего для вас. Потому что маловероятно, что кто-то из мужчин будет делать это упражнение. Но хотя, если нужно накачать ягодичные мышцы, я видел, что мужчины делают все. И разведение, и сведение. Кстати, сегодня опять в нашем выпуске с нами профессиональная спортсменка Эльвира. И Кристина, профессиональная фотомодель. Чтобы вы видели, что разные люди могут выполнять это упражнение, и что техника, в принципе, ничем не отличается, только отличаются рабочие веса. В отличие от упражнения, которое мы показывали в прошлом выпуске, вот на этой видеоаннотации вы можете его видеть, жим в машине Смита одной и двумя ногами, это упражнение, которое мы сегодня вам покажем, толчок ногой назад в тренажере для жима ногами под наклоном, оно специфическое, но очень эффективно, но все-таки для самых начинающих его не стоит как бы практиковать. Поэтому желательно сначала несколько месяцев позаниматься, а потом уже делать. Но вот Эльвира сейчас покажет, она уже точно несколько месяцев позанималась, как выполнять это упражнение и какая часть ягодичной мышцы от него просто разрывается. Итак, занимаем весьма специфическое положение в тренажере. Эльвира, как более опытная, начнет. Есть два варианта. Мы грудью ложимся на спинку тренажера, прогибаем спинку и руками держимся за нижнюю спинку. Другой вариант, некоторым удобнее держаться руками вот так. Теперь принимает Эльвира тот вариант, что она предпочитает, и пятку ставит на платформу. И самое главное, многие начинают толкать носком. Надо, чтобы пятка не отрывалась. Это главное. И вот мы работаем. И сейчас я вижу, что работает очень сильно ягодичная мышца. Сейчас Эльвира покажет, какую часть ягодичной она тут чувствует. Низ и полностью аж до самого верха. То есть полностью вся ягодичная мышца, даже видно даже, хочется потрогать, как шарик у нее. Вообще, как мы видим по попе профессиональной спортсменки, что ягодичные мышцы перекачать сложно. Чем больше их тренируешь, тем красивее они выглядят. И меняем. Меняем ножку. Отлично. Пока хватит. Как видите, у меня очень довольное лицо, потому что самое приятное для тренера – это снимать видео про тренировку красивых ягодичных мышц. А теперь о серьезном. Есть еще вариант постановки ноги, скажем так, на вот эту вот ручку, расположенную на платформе. Он более сложный. И более, это уже точно не для начинающих. Но, по мнению Эльвира, она чувствует здесь ягодичную мышцу еще лучше. То есть это точно не для начинающих, потому что большой риск, что может соскочить стопа. Я бы даже, если бы я тренировал, я бы так вот постоянно руками фиксировал, чтобы у клиентки не могла соскочить стопа. И мы видим, как еще больше начала сокращаться ягодичная. Прямо она вздымается, как баскетбольный мяч выглядит у нее. Достаточно. Вот бываешь, смотришь на какие-то экзотические упражнения, думаешь, что это какая-то ерунда, что это какая-то фигня. А потом пробуешь, и на другой день ощущаешь, что у тебя мышцы просто разрываются, как они не разрывались еще никогда в жизни. А теперь мы приглашаем Кристиночку принять такую же красивую позу. Прошу. Напоминаем, что мы снимаем упражнения для ягодичных мышц сегодня. Так, подожди, сначала встань. Сначала встань и возьми руки, помоги, пожалуйста. Обратите внимание, что колени мы ставим на серединку спинки, не вниз. Носки упираются о сидушку. Колени о середину спинки, грудь упирается в подголовник. Это все очень важно. Берем одну ножку и ставим пяткой на платформу. Тут тренер обязательно должен помочь. На счет три. Раз, два, три. Потому что именно этот момент травмоопасный, срыв. А потом мы уже, когда работаем, уже нагрузки роковой на позвоночник не ощущается. Уже как бы движение идет на постоянном напряжении, на мышцах. И это упражнение точно не для людей с проблемами позвоночника. Тут должны быть упругие длинные мышцы спины, прокачанные уже. А теперь другой ножкой. Ставим на платформочку, пяточкой давим. Я помогаю сорвать. Раз, два, три, срываем. И напрягаем ягодичные мышцы. Два. И выталкиваем, почти выпрямляем ноги. Три. До конца не выпрямлять чуть-чуть. И толкаем именно пяткой. Пока достаточно. Вот так вот мы поработали сегодня. Опять с удовольствием покачали наши попы.
И я надеюсь, что ваши тоже будут в самом лучшем виде, если вы будете регулярно и правильно выполнять эти упражнения, которые мы вам показали. Но если что-то не получается с техникой, есть такая услуга тренировки по скайпу. Вы присылаете мне видеозаписи, как вы делаете эти упражнения. И я с удовольствием комментирую подробно. И так постепенно мы налаживаем с вами технику. Или же учитесь просто по нашим видео. И с нами сегодня была Эльвира Смирнова, финалистка чемпионатов России по бодифитнесу, категории бодифитнес. И Кристина, профессиональная фотомодель. И теперь уже наша видеомодель. А теперь мы прощаемся с вами, друзья. Но не забудьте посмотреть наш прошлый выпуск про жимы в машине Смита. Вот здесь появляется видеоаннотация. Нажимайте на нее и смотрите. Пока!